На часах всего 9:30. Возле павильона с рыбной лавкой уже целая очередь. Продажи начнутся только через полчаса. Но, видимо, аромат дальневосточных деликатесов настолько притягателен, что устоять перед ним просто невозможно. Многие горожане сразу вносят в домашнее меню блюда из самой разной рыбы. Скумбрия холодного, ставриду холодного, чевычи, хвостики взяла, кижуч. И все. Куда вам столько рыбы? И что у вас самое любимое? Почему? Я часто не хожу сюда, они ведь редко приезжают, но мне нравится есть. Вот и все, и взяла. Эти рыбки доставили самолетами в Пермь, где их закоптили на натуральных опилках в настоящих печах, а потом привезли к нам в Березники. Кижуч, зубатку, палтус и белорыбицу и, конечно, чевычу – гордость камчатских рыбаков. Конечно же, визитная карточка – это наша красавица чевыча. Так как вы видите, рыбка вся свежая, нежная, жирненькая, перья у нее мягкие, что говорит ее, конечно же, ее свежести. Вся наша рыбка коптится исключительно по старым народным рецептам. Это в красных каменных печах. Рыбку мы коптим исключительно на опилочках, такие как вишня, ольха, яблоня. Вся наша рыбка сертифицирована, все сделано по ГОСТам, все свеженькое, как говорится, с печи прямо к вам на стол. На прилавке вкусные деликатесы не залеживаются. Их сметают очень быстро, ведь производители привозят только свежую рыбку, в качестве которой можно не сомневаться. Березняковцы настолько полюбили продукцию с Камчатки, что своим вкусом теперь не изменяют. Когда бутербродик делаю, а когда просто с картошечкой, когда как. Она красноватая, но видно, что она не крашеная. А то, в общем-то, крашеная бывает. А это нормально. Свежая рыба, свежая, копченая, хорошая. Последний с другими магазинами такое не купишь. Ну, я хвостики мне нравятся. И чевуча полукопченая. Ну, холодного копчения. То, что я брала раньше, поэтому я это и взяла, эту рыбу. Поэтому, раз я уже попробовала, мне понравилось, поэтому столько же. Доверяете, да? Да. Почему все в его многообразии выбрали белорыбу? Потому что я ее уже брала, и она очень вкусная. Без костей такая вкуснятина. Вы что? Ой, нет. Только ее. Какую рыбку подать на праздничный стол, чем побаловать себя, своих родных и друзей, решать вам. Большой ассортимент дальневосточных морепродуктов традиционно вы найдете в ДК имени Ленина с 12 по 17 ноября. Екатерина Кравцова, Степан Некрасов. Новости Верхнекамья.